В актовом зале муниципалитета под председательством первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова прошло совещание членов комиссии по обеспечению реализации муниципального проекта «Формирование современной городской среды». На повестке дня стояло два вопроса о подведении итогов проведенных общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий для отбора включения в муниципальную программу. С основной информацией выступил заместитель председателя комиссии, начальник управления коммунального хозяйства Арсен Али Мустафаев. По формированию выбранных объектов у нас по объектам, которые прошли уже. Это Горинская 76, 76А, Горинская 78, 78Б. Не идете? Дворовой титул. Горинская 88. Потом вошел Листа 76, Маяковская 60, 61, Некрасова. И городской фонтан над библиотекой. Членами комиссии были рассмотрены те объекты, подавшие заявление на участие в муниципальной программе. Все они были обсуждены и приняты. В текущем году предлагается принять на реализацию 9 дворовых и 1 общественный объект. А в 2018 году планируется провести подобные работы в 15 дворовых и в 6 общественных территориях, отметил Мустафаев. После выступления все предлагаемые объекты и сроки их реализации были приняты членами общественной комиссии единогласно. Бурлея Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».